Евросоюз продлит экономические санкции против нелегально аннексированного Россией Крыма еще на один год. Об этом договорились послы ЕС. 19 июня это решение утвердят главные дипломаты ЕС. Среди ограничений запрет на импорт товаров из Крыма и инвестиции в экономику полуострова. А продление санкций против России, скорее всего, обсудят 22 июня на заседании Совета ЕС. Тем временем Россия заявила об уменьшении своего взноса в бюджет Совета Европы. Москва не собирается перечислять остаток средств на этот год. Это почти 11 миллионов евро. Напомню, с 2014 года российская делегация отстранена от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.